Всем привет, с вами StealthPro, и сегодня покажу вам китайский шейдер для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что, шейдер, да, прямиком прямо из Китая. Ну, все, наверное, знают, все, что делать в Китае, это качественно, да, и в этих шейдерах есть две вещи, или два преимущества, это качество и, можно сказать, большая оптимизация. Во-первых, шейдер добавляет тень, которую довольно сложно не заметить. Она такая выпуклая и довольно качественная, но в некоторых случаях она бывает баганная. Ну, так как это только первая версия, но все же китайцы умеют делать нормальные вещи. Поэтому они сделали нормальные шейдеры. Как видите, есть яркость, есть шейдеры и есть, самое главное, это оптимизация. Давайте посмотрим на водичку. Но водичка просто прекрасна. Она также двигается и она совершенно прозрачная. Ну, что ж, тут еще можно посмотреть, лава тоже очень прекрасна, она излучает нормальный свет, но бывают такие шейдеры, у которых свет слишком сильно хлещет, то есть он слишком сильный, но здесь такого нет. Поэтому я рекомендую вам скачать эти шейдеры и оценить самим. Как видите, в доме тоже уже есть тени вот такие, которые не больно заметны, но все же их видно. И тени идут от солнца, да, все здесь правильно, все хорошо. Ну, по идее, сказать о них больше нечего. Вам стоит только их скачать и оценить. Видите, все красиво выглядит. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.